Привет, друзья. Это исследователь. Я снимал тут ночью. Трамвай гремит. Это пути корявые с дыркой, они не доделали. Огромный промежуток, слишком стучит ночью. Это нарушение административное. Это виноваты и водители, и начальник этого трамвайного парка, и пассажир транса этого, да и сам губернатор этот никчемный города Невограда. Они должны при нормальной системе приехать в течение дня и починить. Но трамваи проваливаются в эту штуку. Видите, стучит. Ну, на этом все. Звонить туда или нет, я не знаю, буду ли сообщать вот пассажир транс. В основном все это бесполезно. Сообщаю просто для интернет-парламента. Пока, друзья.